Здравствуйте, в эфире информационный выпуск «День за днем» в студии Олег Соловьев. Смотрите сегодня в программе. Ограничительные меры в Десногорске. Официальное обращение представителей администрации. Органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области было рекомендовано ввести ограничительные мероприятия. Фестиваль «Крымская весна» отметили концертом городских коллективов. И все они такие разные, живут в мире друг с другом, потому что объединяет их родная земля. Превентивные меры по предупреждению коронавирусной инфекции начали действовать на Смоленщине 18 марта. Своим указом губернатор области Алексей Островский ввел ряд ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий. В этот же день соответствующее распоряжение, подписанное уже главой Десногорска Андреем Шубиным, вступило в силу на территории Атомграда. В связи с введением ограничительных мероприятий изменились сроки проведения весенних каникул в школах нашего города. И в соответствии с приказом Комитета по образованию, начало весенних каникул в школах установлено с 19 марта, а не с 21, как предполагалось ранее. Хочу особо подчеркнуть, что введение ограничительных мероприятий не окажет отрицательного воздействия на образовательный процесс. В календарный учебный график будут внесены необходимые поправки в связи с незначительным увеличением продолжительности весенних каникул, которые позволят в полном объеме реализовать основную образовательную программу. Проведение же запланированных в период весенних каникул спортивных и других культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования и в школах будет запрещено. Также с 19 марта приостанавливается работа кружков и секций в учреждениях дополнительного образования. По вопросу дошкольных образовательных учреждений. Здесь предполагается свободное посещение детей по решению родителей. Кроме этого, в детских садах нашего города усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия. Также свое функционирование приостанавливают учреждения сферы культуры и спорта Десногорска. В учреждениях спорта, это муниципальное бюджетное учреждение ФОК Десна и спортивная школа, введен запрет на посещение учащихся в этих учреждениях детей, в том числе и взрослых. Учреждения культуры также приостанавливают свою работу. В музее приостановлена выставочная работа. К сожалению, на период с 19 марта по 1 апреля введены запреты на организацию больших групп людей, которые посещают выставки. Помимо этого, особые меры действуют в магазинах и предприятиях общественного питания. Соответствующие рекомендации выпустил Роспотребнадзор. Вся проверенная и официальная информация об эпидемической ситуации в Десногорске доступна на сайте администрации города в разделе «Коронавирус. Достоверная информация». В марте в стране уже традиционно отмечают годовщину знаменательного для Крыма и всей России события – исторического воссоединения двух территорий. Мероприятие «Крымская весна» стало традиционным и для Десногорска. Праздничный концерт прошел в Центре культуры и молодежной политики. 18 марта 2014 года Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации. Таким образом, это стала воля подавляющего большинства жителей полуострова. С тех пор прошло уже 6 лет. Но это событие продолжает оставаться поводом для гордости и для праздника. На территории Крыма проживает более 20 национальностей. Это русские, украинцы, белорусы, крымские татары и многие другие. И все они такие разные. Живут в мире друг с другом, потому что объединяет их родная земля. Концерт стал смотром самодеятельных коллективов Десногорска. Модерн, Каприз, Сударушки, Калибри и другие, каждый из них внес свой уникальный вклад в общее праздничное настроение. Потоки людей!
Выступление стало напоминанием и зрителям, и артистам о духе единства. Единство, которое каждого делает сильнее перед лицом невзгод и счастливее, когда трудности позади. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. В конце выпуска о погоде. 20 марта в Десногорске малооблачно, температура днем плюс 8, ночью около нуля. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч!